Самое интересное, понимаете, вот за все время, пока оно где-то около года мы росли это дело, потому что было проведено огромное количество всевозможных экспертиз, мы ведь основываемся не просто на каких-то показаниях, мы основываемся на большом количестве экспертиз, которые были проведены за это время. Например, были получены в том числе и результаты спутникового наблюдения, которое четко определило месторасположение украинских войск, откуда происходил артиллерийский обстрел территории, где оказались наши журналисты. Мы провели большое количество там почерковедческих экспертиз, лингвистических экспертиз, по которым получили неопровержимые улики и доказательства того, что госпожа Савченко имела непосредственное отношение к убийству наших журналистов. Депутатом, ну, постфактум, как вы помните, избрали в Раду и депутатом.